Xiaomi Redmi 8A, покажу, как сделать hard reset или убрать пароль. В данном случае я забыл пароль. Включаем телефон. Не забудьте перед сбросом вспомнить свои данные Google аккаунта, иначе сработает FRP блокировка. Также может сработать блокировка на Mi аккаунт. Все эти данные вы должны знать. Если вы вдруг их забыли, смотрите мои следующие видео. Так, нам нужно нажать кнопку увеличения громкости и кнопку питания. Увеличение, питание, держим. Питание отпускаем, плюс держим. Опускаемся до Wipe Data. Подтверждаем кнопкой включения. Подтверждаем. Опускаемся. Все, сброс произошел. Делаем перезагрузку. Дожидаемся полной загрузки телефона. Она будет длиться чуть дольше, чем обычно.